Стив Мартин, Берт Симпсон, Крис Кросс, Чикен Хэт, Хэппи Фит. Для большинства из нас все это просто набор непонятных слов, но только не для молодых танцоров. Уж они-то знают, что все перечисленное – всего лишь название танцевальных баз в хип-хопе. Все эти ребята в разное время сделали выбор в пользу современных направлений. Вакинг, дэнс-холл, контемпорари, джаз, хип-хоп с каждым годом становятся все популярнее среди молодежи. В этом году молодые танцоры от 3 лет и старше из Читы, Агинска, Акшида, Расуна, Чернышевска, Нижнего Сосучея, всего более 1000 человек, снова готовы показать свои возможности на краевом танцевальном фестивале, уже 15-м по счету. Заявки подали и хореографы-постановщики. В рамках фестиваля уже начались мастер-классы от ведущих педагогов из Москвы, Иркутска и Красноярска. Они же члены жюри фестиваля. Ну и как же без батлов? В танцевальных дуэлях в эти дни выявляют сильнейших в современных направлениях. Во время фестиваля, кроме батлов и конкурсных выступлений, состоятся показ спектаклей современного танца, творческие встречи. 15-й краевой фестиваль продлится 5 дней. Как и прежде, он подарит массу впечатлений и знаний для его участников. Завершится фестиваль гала-концертом на сцене краевой филармонии. Юлия Тимошенко, Сергей Рычков. Время новостей.